Ну да, это наше село, прекрасное наше село. Если оглянуться по сторонам, ну, в общем-то, обозревается весь Айсерес. Это гора, я же не помню, как она называется. У крымских татар есть имена каждому, вот каждой вершине, каждому пригорку. Что-то где-то около 72 наименований. Всех их я, разумеется, не помню. Вот это самое известное, да, смотрится из того дома, который принадлежал нашего родового дома в Айсересе, откуда раскулачивали и отправляли на Урал моих родителей. Они оттуда благополучно бежали, но возвращаться в Крым сразу не стали, приехали в Мелитополь, а потом перебрались все-таки в Крым, но в родное село не стали возвращаться, потому что могли сообщить НКВД. И они поселились в Райдеровском районе, это северный Крым, село Боской. И я там родился. В 1944 году депортировали нас из Крыма, вот именно из села Боской. Это, по-моему, вот ту мечеть, которая была разрушена, а потом силами наших соотечественников восстановлена, меру их возможности. И мы отсюда, из Киева, оказывали какую-то помощь в восстановлении этой мечети. Когда я был здесь, а это было где-то в 2010-м, по-моему, тут было вообще безобразное состояние, было полуразвалено было, а сейчас кое-что восстановлено. Айсерес я посетил только уже в 1989 году, это год моего возвращения в Крым. А потом ежегодно, как и во всех селах Крыма, крымские татары устраивали в один день в год день родного села. И я практически почти каждый год приезжал в это село, встречался с соотечественниками и, разумеется, посещал дом своих родителей. О, это... Похоже, это мой отцовский дом. Правда, давно, очень давно заходил я сюда. Дом вроде такой невзрачный, но в те времена, во времена раскулачивания, видимо, считался, что он очень такой большой, где-то полтора этажа там. Но по меркам советским считалось, что это большая роскошь, и ее раскулачили. И сразу же, конечно, стал вопрос о том, чтобы выкупить этот дом, хотя бы в память о своих родителях. Планировали там его отреставрировать, отремонтировать и сделать какую-то базу отдыха для наших соотечественников, но не получилось. Оккупация с 2014 года, фонд Крым был, и все имущество его было арестовано, и сейчас оно под арестом, значит, а потом был запрещен Меджлис крымско-татарского народа, и сейчас вот этот дом в таком подвешенном состоянии. Ух ты, все наше село. Такая-то щемящая тоска. Я сразу вспоминаю, где мы там с отечественниками ходили по этим ущельям. Люди более пожилого возраста тогда мне рассказывали, где кто жил, что случилось с ними, кого расстреляли, кого депортировали, и где он умер. Ну, как называются эти вершины, эти горы. Вот так вот. Ух ты.